за проявленное мужество и умение в отражении налета вражеской авиации на Москву орден Ленина старшему лейтенанту товарищу Клец и лейтенанту товарищу Турукало. Орден Красное Знамя полковнику товарищу Лавринович. Младшему сержанту товарищу Левину. Красноармейцу товарищу Ткаченко. Орден Красной Звезды ефрейтору товарищу Глаголеву. Военно-инженеру товарищу Сгадзай. За потопление фашистской подводной лодки орденами Красного Знамени награждены командир катера истребителя подводных лодок лейтенант товарищ Остренко и минер старшина второй статьи товарищ Кобец. Слава отважным защитникам Родины, воинам героической Красной Армии и военно-морского флота. Авиачасти. Сегодня в гости к бойцам и командирам приехал ансамбль красноармейской песни и пляски. Отдыха у летчиков боевой эскадрильи. В перерывах между боевыми операциями весь личный состав авиаэскадрильи занят подготовкой боевых машин. Радостный день у молодых бойцов Попова и Петрова. Им вручаются комсомольские билеты. Поздравляем вас, дорогие товарищи! Носите с честью высокое звание членов Ленинско-Сталинского комсомола. Готовится к новым ударам по врагу боевая авиаэскадрилья. План операции разработан. Добрый путь, дорогие отважные соколы! Бейте врага, бомбите вражеские тылы, громите фашистскую нечисть. Этот самолет летел бомбить Москву. Не вышло. Наши истребки встретили его на пути и вежливо предложили садиться. Пришлось сесть.
Правда, не совсем удобно. Фашистские бандиты взяты в плен. Воздушные рубежи Москвы с каждым днем становятся неприступнее для врага. Нашим танкам, нашим самолетам, нашей героической Красной Армии нужно много нефти для нашей победы в отечественной войне с фашистской Германией. На ишимбаевских нефтяных промыслах ежедневно увеличивается добыча нефти. Славные нефтяники-ишимбаевцы досрочно закончили выполнение 7-месячного плана, показав своим трудом замечательные образцы самоотверженности и патриотизма. Товарищи нефтяники! Давайте больше нефти фронту. Все для фронта. Все для разгрома врага. На 10 дней раньше срока убрал обильный урожай колхоз имени товарища Сталина Славянского района. Раньше обмолот продолжался до декабря месяца. Сейчас обмолачиваются последние снопы нового урожая. Колхозники уберут богатый сталинский урожай и дадут Красной Армии столько пшеницы, сколько не давали еще ни в одном году.